Единство музыки, света и трехмерной графики, звуковых и зрительных образов. В органом-зале пройдет концерт в необычном формате. Зрители увидят светопроекционное шоу. В этот вечер будут исполняться самые мистические и сказочные музыкальные произведения из известных театральных постановок и кинофильмов. Прозвучат популярные саундтреки и рок-хиты. За пультом органа дуэт музыкантов Вероника Лобарева из Казани и сочинец Владимир Королевский. Они сыграют на органе в четыре руки. Концерт «Ночной иллюзион» пройдет 20 октября.